Итак, всем привет, дорогие друзья! Приглашаем вас на стадион «Кубань». Краснодар здесь сегодня в рамках 20-го тура первенства первой лиги. Местная команда примет «Волгу». Встречаются команды, которые засели в самом низу таблицы. Но если у «Волги» есть движение вверх, команда Сергея Жукова одержала... У «Волги» я изменений не вижу в составе. У «Волги» все так же, как и в последнем матче с «Нефтехимиком». В Нижнекамске «Волга» провела матч «Фурор». Кажется, является ведущим защитником «Кубани», ведущим центральным защитником. Так, опасная ситуация. И Алексей Щеткин пробивает выше цели. «Спартак» до сих пор играет во втором дивизионе. Это у нас такая интересная передача. Пятка, и вот он момент, наконец-то. Мы дождались, ребята, 40 минут мы этого ждали. Такое и в топовых европейских чемпионатах не увидишь. Смотрите, как он классно сыграл. Интересно будет узнать у Щеткина, намеренно ли он пасовал обороны. Его замещает сейчас Родин. Удар поворотом Кирилла Морозова, но не такой эффектный удар, как в матче с «Нефтехимиком». На правом фланге Сидоров идет вперед. Сидоров подает. Максим. Опасная атака. Еще одна. Но вот «Кубань» заводится в конце первого тайма. И Алексей Щеткин пробивал в касание. По-другому здесь было сложно сыграть. Итак, удар Нуриабдокова. Вот это да. 1-0. Только-только мы с вами сказали, что Нуриабдоков любит забивать «Волги». И пожалуйста. Классно прошел стенку, ну а далее уже мяч влетел в дальний угол ворот. Рахманов, левый фланг, бьет с левой ноги, прекрасно. Кирилл Морозов, смотрим еще раз, удар дальний Кирилла Морозова с левой ноги, и прекрасный... Шло, сразу же получил тяжелую травму. Удар по воротам, штанга! Штанга спасает ворота Велеса после удара с левой ноги от Дениса Ткачука. Удар по воротам, но прям в руки голкиперу бьет здесь Тимур Джики. На левом фланге мяч у «Волги». Удар по воротам, прекрасная реакция голкипера. Надо мяч довыносить, что и делать. Еще раз мы видим повтор, Арсентьев. А это удар, да, с левого фланга и сейф от Юрия Нестеренко. Чуть ли не первый голевой момент у ворот «Кубани». Действительно, угловые 3-2. В общем-то, цифры не совсем согласны со мной, что «Волга» заслуживала поражение, но в атаке слишком мало создала команда Жукова. Поэтому победа «Кубани» 1-0. «Кубань» прерывает ужасную серию из 4 поражений подряд и выигрывает 1-0 за счет гола Абдокова. «Кубань» поздравляем. «Кубань» уходит на перерыв, скорее всего, на 15-м месте.